Малышу очень плохо. Очень плохо. Но сегодня глазки у нас уже не на выкате. Глазки у нас полегче. Болевой синдром еще сохраняется, но лапки уже у нас сгибаются. Вот. Вчера лапки были как каменные, сегодня у нас лапки уже сгибаются. Немножечко прикрыла, потому что может описаться. Вот. А так у нас все-все-все хорошо. Я надеюсь, что ребенку помогут. Сейчас у нас травма головы, поэтому беспокоить его лишний раз нельзя. Немножечко осторожно капаем и все. Да? Какие будут новости, мы сообщим. А пока у нас тяжелое состояние, но мы надеемся, что малышу будет легче. Да, солнышко?